Мустафина Арина, ученица 6 А класса, школа номер 51, город Уфа. Алексей Сурков, утро победы. Где трава от росы и от крови сырая? Где зрачки пулеметов свирепо глядят в полный рост? Над окопом переднего края поднялся победитель-солдат. Сердце билось о ребра прерывисто, часто. Тишина, тишина, не во сне, наяву, и сказал пехотинец. Отмаялись, баст, и приметил подснежник во рву, и в душе, тосковавший по свету и ласке, ожил радости прежний певучий поток, и нагнулся солдат и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Снова ожили в памяти были живые Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. За 4 немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, сапогом попирая колючий плетень. За плечами пылала заря молодая, предвещая солнечный день.